Второй день соревнований и снова больше тысячи участников. Фестиваль «Крещенские морозы» открыт не только для дошколят, которые бежали свою дистанцию накануне, но и для начинающих спортсменов. Почти 70 команд из специализированных школ и секций приехали на соревнования в Красногорск из Москвы, Твери, Иваново и других городов. Мы проводим, как хотел Сергей Веселов, и только классика всегда. Мы единственный раз заменяли на конек, когда просто не позволяли погодные условия никак провести по-другому. Фестиваль в память о его основателе Сергее Веселове проходит с 2002 года. И по традиции воспитанники спортшколы «Зоркий» защищают честь города на лыжне. Вместе с ними ребята из секции «Зоркий кречет». Неподготовленным на сложной трассе делать нечего, говорят организаторы. 650 метров для совсем юных лыжников, 5 километров для самых старших. Эти 2 по 2,5 – не шутки. Отборочная дистанция на чемпионат мира и Олимпийские игры. Самым сложным было это забираться на горку. Потому что у меня лыжи назад скользили. Я пыталась ехать нормально, а лыжи очень сильно стреляли. Вот. Ну а так все хорошо. Цена победы высока, авторитет и новые медали. Именно они заставляют, не жалея сил, налегать на палки у самого финиша, оставляя все силы на трассе. Победителя фестиваля определят в нескольких возрастных категориях. В каждой будет 6 призовых мест.